Но сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой, кому и дорогой, это очень полезно. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем, но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого, 2 рюмки, не больше, лучше 3, ну, можно и 4. Все это перемешать, как, Даш, очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке бытия» или еще в каком, ну, не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил, все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А беснется можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 2 сотни Мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал. Пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает тут. Случай-то описан был. На Кавказе было. В горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал. Внизу его родные все знали. Внуки там, ну жена, ну все-все-все. Шутка ли, покойником был. Ну хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Девушка, и мне, и синтуки, и чего-нибудь от печени.